В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, СГБ совместно с ГУВД Ташкента за так называемое незаконное обучение несовершеннолетних детей был задержан мужчина, уроженец Якобакского района Кашкадаринской области. Об этом сообщает подробно УЗ. Задержанный работал на должности Мутавали, смотрителя одной из мечетей Учтепинского района столицы с сентября этого года по месту своего временного жительства и незаконно обучал религии четырех несовершеннолетних детей, говорится в сообщении. Стоит отметить, что в Узбекистане, так же как и в Таджикистане, власти запрещают частную практику обучения детей Корану и исламским наукам, в то время как в этих странах не существует официальных учебных заведений, где население могло бы обучаться своей религии.